Александр Павлович Бобриков, французский волейболист, волейбольный тренер, спортивный функционер, историк, общественный деятель, тренер женской сборной Франции по волейболу, директор музея лейб-гвардии казачьего его величества полка в Курбевуа. Биография. Александр Бобриков родился в 1944 году в Париже. Происходит из известного рода донских казаков Бобриковых. По собственному утверждению, находится в дальнем родстве с атаманом Всевеликого войска Донского Матвеем Платовым. Как волейболист выступал за военную и студенческую сборные команды Франции. Тренировал женскую сборную Франции по волейболу. Заместитель технического директора Французской Федерации волейбола. В 1971 году защитил диссертацию по теме «Казаки в 15-17 веках. Политика, экономика, деятель национальной организации «Витязей». В 1960-е годы работал инструктором в суворовском лагере «Витязей», член объединения «Лейб-гвардии» гвардии казачьего его величества полка, директор полкового музея в Курбевуа. Семья. Дед Степан Леонидович Бобриков, российский военный, генерал-майор, управляющий Провальского войскового конного завода, во время гражданской войны интендант Донской армии. Родители. Отец Павел Степанович Бобриков, французский экономист, общественный деятель русской эмиграции. Мать Лидия Матвеевна Бобрикова, французская швея, художница, общественный деятель русской эмиграции. Брат Юрий Павлович Бобриков, общественный деятель русской эмиграции. Дядя Лев Степанович Бобриков, бухгалтер, исполняющий обязанности председателя Союза охотников и рыболовов Азербайджана, с 1922 года жил в Баку. Двоюродный брат Леонид Львович Бобриков, советский баскетболист, мастер спорта СССР по баскетболу, член сборной Азербайджана по баскетболу, сотрудник Министерства внутренних дел Азербайджанской ССР, член Союза журналистов СССР. С 2001 года живет в Санкт-Петербурге. Жена Франсуаза. Наградой Орден Дружбы, медаль Пушкина. Библиография. Бобриков Александр Павлович. Российское зарубежье во Франции. 1919-2000. Биографический словарь в 3 тонны. Потопщ. Ред Элмнухина М. Аврильве. Лосская М. Наука. Дом-музей Марины Цветаевой. 2008. Т1 А.С. 175. Якунина Елена. Музей казаков и кладбище Сен-Женевьев, русский очевидец, 28 марта 2011 года, Бобриков Сергей, Полануэр Александр, Бобриковы или рассказ о жизни и судьбах донских казаков.